Всем привет! Начинается у меня наконец-то небольшой рыболовный отпуск. Вот и немного я закупился снастями, всякой мелочевкой. В частности, себе новых катушек прикупил. Вот удилище себе взял, спиннинг Максимус. Вот такой вот спиннинг. Сейчас на него еще ни разу не ловил. Это аксиом с тестом до 8 грамм. Вот. Плюс у меня фидер. Естественно, там парочка фидеров поплавочной удочки. На все это буду ловить. Ну, исходя из этого, вот чуть-чуть себе тут всего закупил. Ну, давайте посмотрим, что здесь есть. По приманкам я отдельное видео парочку сделал, за исключением Lucky Джона. Lucky Джон, ну, более как бы известен. Вот такие вот приманки я себе купил. Это маленькие твистеры, виброхвосты. Еще один такой диковинный виброхвост. Еще один. Вот, детально это показывать не буду, просто в качестве такого ознакомления. Вот это приманки Китэч, просто их хотел заиметь, попробовать. По ним, может быть, отдельное видео смонтирую какое-то, потому что, ну, это интересно, что они себя реально представляют на воде, насколько они хороши. Это вот резина Action Plastics, тоже вот отдельное видео есть по ней. Ну и резина Акколь, понятно, такая вот резина. Тоже по ней отдельное видео. Вот. Ну, дальше касаемо спиннинга, что это офсетники Сайка, которыми я пользуюсь. Единичка, двойка, четверка модель. Сами смотрите. Не помню, как она точно называется. А, ну вот она написана. Здесь вот. Вот и такие вот бюджетные крючки. Азеровские, их 5 штук, тут размер 1.0, они чуть побольше, как раз мне такой размер тоже нужен. Вот, а вот эти крючки, они вообще там дешевские, по 20 рублей. Это вот как раз таки я взял их для виброхвостов от Action Plastics, там коротенькие, толстенькие виброхвосты. Вот, ну и просто на всякий случай тоже для мелких приманок такие вот крючки. Для, если вдруг мне в офсетниках не будет необходимости, то можно их использовать. Но в основном я пользуюсь офсетниками, поэтому эти крючки дешевые, так на всякий случай. Здесь, значит, блесны, мепс, аглия и аглия лонг. Это 4,5 грамма, это 7 грамм. Как раз тоже на этот же спиннинг, чтобы можно было вертушки покидать, если что. Вот, ну по спиннингу что? Взял, значит, флюорокарбон. Такой вот верх на камень показывает. Тоже Power Phantom. 0,28 на поводки буду его вязать. Вот. Ну и взял вот такие вот плетеные шнуры. Это Power Phantom PE4. Новая линейка. Стоят они 500 рублей. 500 с чем-то. То есть такая вот розничная цена. А, то есть более доступный ценник такой, в отличие от всех остальных моделей бренда. Вот новинка 2016, по-моему, года. За эту цену хороший шнур. Если он хороший, то это здорово. Светлячки, понятно, что там здесь попали, можно было не показывать. Вот, и вот такие вот еще есть лески, они бывают. Здесь, видите, сразу 300 метров намотки. Вот, я себе парочку таких взял тоже. 0,2 там идет 500 метров, 0,35 это 300 метров, это леска Dreamfish. Ну, в общем, так. Дальше взял поводков себе, это значит струна, это флюорокарбон тоже готовый. Вот, ну все, как видите, на спиннинг. Потому что на спиннинг это вот застежки. Здесь разные застежки, они из Китая заказаны. Не знаю, ссылки на застежки надо, не надо оставлять. Но и они оттуда получаются подешевле, их много. И там по 100 штук и так далее. То есть я тоже себе взял и не себе. Вот такие застежки. От этой, если нужно, можно вот эту вот фиговину оторвать, и будет обычный вертлюжок двойной. То есть вот так вот. Вот такие застежки мне в последнее время понравились тоже. Ну, на джиг там приманку цеплять, чебурашку, вот, хотя не нахлыстово считается вроде бы, а может и нет. Так, ну кормушки обычные всякие, фидерные, понятно. Вот такие вот еще взял прикольные кормушки, они всплывающие. То есть здесь получается сквозная дырка, можно леску продевать, и при выматывание быстро она будет подниматься за счет такой формы. Но с этими кормушками я их на пробу взял, попробовал
попробую инлайн там и прочие такие скользящие монтажи, делать, посмотрим, что из этого выйдет. Вот. Ну и поплавки. Поплавки я люблю обычные, простые. Решил взять такие, попробовать. Это вот поплавки из бальсы. Ну, вроде как там дерево какое-то легкое, хотя какие-то они кого-то пластиковые, не знаю. И вот такие вот поплавки. Эти, значит, поплавки заказаны из Китая. И стоят они какие-то там лютые копейки, вообще чуть ли не меньше 10 рублей. Вот такой вот поплавок в тубусе. Очень прикольно выглядит. Вот ссылку на них, если не забуду, оставлю. Если забыл, спрашивайте. Вот я это попробую. Мне кажется, очень такие вот они прикольные. Вот. Ну и понятно, это просто вот кембрики для этих поплавков. И вот мои крючки любимые. Крючки любимые, которые я использую при ловле на фидер и на поплавочную удочку. Вот двоечка совсем маленькие, четверочки чуть побольше. Вот, в принципе, такие вот обновки, поэтому сейчас я буду все это оснащать, снаряжать, собирать. И в ближайшее время все это будет уже использовано на рыбалке. А все, есть что, если написать по представленному видео, пишите комментарии, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну и хороших вам уловов, всего хорошего, все, пока.